Ты мне сейчас правду говоришь? Конечно, папенька, разве я могу тебя обмануть? Ну тогда дай-ка я попробую твою конфету. Чё? Мою прекрасную конфету с соплями? Папенька, она же невкусная. Бублик, ты сейчас очень рискуешь. А ну быстро сюда давай конфету, или я включаю режим волка. Нельзя маленьких пугать, я тоже могу страшные рожи корчить. Ах, янтарные глазки, Бублик, это я. Грозный волк сибирский хаски, Бублик, рыжая сопля. Ах, янтарные глазки, Бублик, это я. Грозный волк сибирский хаски, Бублик, рыжая сопля. Гопца-дрыца, гопца-ца, всем хостящий привет! Меня зовут мистер Бубл, я второй в России хаски-видеоблогер. Все знают, что первый и самый крутой на ютубе хаски-блогер — это я, бандит. Ну вы уж так и быть, подпишитесь на моего сынулика, а то он меня уже достал со своей подпиской. Да, если вы не подпишетесь, то мы с папасей придем к вам ночью и укусим за бочок. Хосята, всем известно, что мы не няши, а злобные волки. Но у нас с папасей появился новый друг, и он абсолютная няша. Короче, если бы в букваре была картинка к слову «няша», это была бы его фотка. Знакомьтесь, веселый Юки. Танцует и поет почти так же, как и мы. А пародии у него получается даже покруче, чем у нас. Цвет настроения мокрый, ах, как же вся моя душа продрогла. Стою в воде по горный и выгляжу несчастно и убого. На его канале постоянно выходят смешные челленджи и розыгрыши, обязательно посмотрите. Но сейчас я вам расскажу самый главный секрет веселого Юки. Он не просто комнатный пес, который живет в квартире с котом Сеней и человечкой Алисой. На самом деле Юки — космический капитан Галф, супергерой, который может склеить даже разбитую чашку. Срочно бежим подписываться на суперняшу Юки. Очень рекомендую это сделать, потому что фиг его знает, а вдруг он тоже владеет режимом волка и может прийти к вам ночью и тяпнуть за бочок. Ссылочка в описании. Пенсия, а ты знаешь, что к старости у хаски режим волка превращается в режим старикашки? Ты куда это клонишь, рыжая сопля? А к тому, что у тебя этот возраст уже наступил. Я сильнее тебя, и ты меня не победишь. Тебе капец! Ну чё, кто кого победил? Я тебя сожрал. Конечно, конечно. Хочешь, я тебе ухо почешу? Совсем ку-ку? Я чё, непонятно сказал? Я тебя сожрал. Ну вот это ухо. Хочешь, почешу? Бублик, тебе капец! А мне кажется, вот это ухо у тебя очень чешется. Мистер Бубл, стоит мне челюсти чуть посильнее сжать, и всё, от тебя останется одна дырка от Бублика. Ну что, усвоил урок? Я главный альфа-самец в этой квартире. Папася, ты забываешь о главном. О том, что я главный альфа-капец. Давай, включай свой режим старикашки. Бублик, я тебе сейчас устрою, рыжая сопля. Все, я пить. Да, ну ладно, тогда я тоже пить. Но ты, папася, все равно пенсия и старикашка. Понимаешь, Бубл, когда зверь пьет, его даже змея не кусает. Поэтому ты давай-давай болтай, я сейчас попью и начнем разговор по новой. Хосята, у наших друзей на канале Cool Kids вышла новая бомбическая серия. Никита украл девочек из будущего уменьшитель и уменьшил училку, и весь остальной класс. Итак, по этой теме мы будем посвящать и писать контрольную. Поэтому сегодня будьте предельно внимательны. Так, все записали тему урока? Это что здесь происходит? Это что за шуточки? Интересно, а всех получится уменьшить? Что вы делаете? Хотите узнать, чем закончилась эта история? Срочно подпишитесь на крутых деток! Cool Kids – это первый детский YouTube-сериал, где сценарий пишут сами зрители и подписчики. Ссылочка будет в описании. Сегодня у нашего младшего человека Тимофея день варенья. Ему исполнилось 13 лет. По собачьим меркам вообще старый дед. С днем рождения, младший человек. С днем варенья, младший старикашка. Спасибо, спасибо. Собаки хорошие. Спасибо. А что тебе подарили? Мне подарили вот такое драже Гарри Поттера. А мы тоже хотим. Давай делись.
Да, давай делись, а не то мы включим режим волка и силой отберем. Вы уверены, что вы этого хотите? Ну, в общем-то, тут есть вкусы. Черный перец, сопли, земля, дождевой червь, ушная сера, трава, тухлое яйцо, колбаса, мыло, рвота. Так, вот эти все гнусные вкусы ты сам жри, а нам давай конфетки со вкусом колбасы. Не, младший человек, ты же меня больше, чем папашу бандита любишь. Поэтому ему давай соплей, тухлых яиц и земляных червей, а мне со вкусом колбасы давай. Ну что, проведем челлендж? Кому какой вкус достанется? Ну, давай попробуем. Блин, что ты мне подсунул? Реально со вкусом земли, боже мой, и как я эту гнусную гадость жрать буду? Хе-хе-хе-хе, бублинцы, ничего не знаю, жри давай, а мне сейчас со вкусом колбаски достанется, а у тебя мгновенная карма. Ничего у меня не карма, и нечего надо мной издеваться, теперь твоя очередь. Так-так-так, попробуем. Капец, мне попалась конфета со вкусом соплей, нет! Отец, а тебе не кажется, что мы сейчас с тобой выглядим по-идиотски? Один землю жрет, другой сопли. Все, я ее выплюнул, младший человек, дай мне даже другого вкуса. О, желтенькая, надеюсь, это колбаска, а не земляной червь. А мне давай тоже новую. Ага, черненькая. Блин, она с перцем. Когда же будет колбаска? Че, реально с перцем? А ну-ка дай я попробую. Точно, гнусная гадость с перцем. Я не понял, сегодня колбаса будет или нет? О, а вот это похоже то, что надо. В смысле, бублик? Тебе досталась конфета со вкусом колбасы? Не-не-не, папася, что ты? У меня в этот раз вкус соплей, как и у тебя. Ты мне сейчас правду говоришь? Конечно, папенька, разве я могу тебя обмануть? Ну тогда дай-ка я попробую твою конфету. Чё? Мою прекрасную конфету с колбасой... Тьфу, с соплями? Папенька, она же невкусная. Бублик, ты сейчас очень рискуешь. А ну быстро сюда давай конфету, или я включаю режим волка. Нельзя маленьких пугать, я тоже могу страшные рожи корчить. Ну ладно, бублинцы, я пошутил, давай сопли будем жрать. Не вопрос, сопли так сопли. Пап, папася, бате, отец. Чего тебе надо, рыжий сопля? Летели два жирафа, один на левый, другой на юг. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 28 лет? Мозг взорван. Пап, папася, отец. Чего тебе, рыжая сопля? Что делают полицейские? Ловят бандитов. Значит, и тебя поймают? Почему? Ну ты ж бандит. Капец! Пап, папася, отец. Чё? А зачем мы рекомендуем канал Cool Kids? Из-за того, что это нормальный канал. Значит, мы что, и добрые волки? Капец! Пап, папася, отец! Чего тебе, моя любименькая сопля? Что такое глобус? Ну, это шар, с которым можно играть в футбол, когда делать нечего. У меня есть идея. Мне уже страшно. Ах, янтарные глазки, Бублик, это я. Грозный волк сибирский хаски, Бублик, рыжая сопля. Ой! Ага, ты подтвердил это! Ты ничего не слышал? Слышал, слышал. А ты пенсия? Рыжая сопля, тебе сейчас голову откушу. Ой-ой-ой-ой-ой, боюсь. Пап, папася, отец. Чего тебе, бублинцы? Нам режим зомби зачем? Чтобы человек удалил мимимишное видео. А зачем нам режим дебила? Ну, это в общем не знаю. Пап, папася, отец. Что случилось, Бублик? А что такое компьютер? Это такая коробка, в которую человек тыкает свои лапы. Капец! Это я, получается, компьютер разбил вчера? Бублик, вечно ты тянешь свою мордочку куда не надо. Так, спокойно, надо составить план. Пенсия, какой план? Валить надо, а то нас опять мокрыми тряпками убить будут. Пап, папася, пенсия! Чего тебе, сопля рыжая? Что такое сад? Ну, это такое место, где растут деревья и цветы. Деревья же в лесу растут. Ну, на этих деревьях еда растет. Значит, и оладушки тоже? Капец! Ну, тогда ты дома посиди, а я пойду сад искать. Козята, мой челлендж питомцев в шмотках человеков продолжается. Давайте посмотрим, что вы прислали мне в нашу с папасей группу ВК. О, да, крутой пес. Эта футболка прям какая-то космическая униформа и отлично сидит. Класс. Хи-хи, метр с кепкой. Причем кепка больше самой собачки. У меня один вопрос. Когда она прыгает через скакалку, у нее кепка не слезает? Вот прилично одетый пес. В цветных труселях обедать пришел. Человечиха, где мой борщ? Капец! Так и кучку навалить можно. Кепка с бабочкой только дополняет образ гопника. Реально, такое ощущение, что он нас спросит. Семки есть? А-а-а! Обожаю такие костюмчики для собак-брелочков. Они в них такие няшные. Какая красивая цыпочка. Зеленые глазки, розовая кофточка. Так-так-так, срочно напиши мне телефончик в комментах. Да, это тренд этой весны. Хаски в шляпе.
Все напяливаем на своих хаски шляпы и присылайте мне. Посмотрим, кто круче выглядит. Этот чувак только из качалки вышел. Очень спортивный пес. Хотели лысого кошака в платьице? Получите. Кошак явно недоволен примеркой. Ути-пузи мой. Прикольная псинка в рубашечке в горошек. Классная фотка. Главный пес на районе. Выглядит именно так. Ну ладно, если не на районе, то в своей собственной квартире. Точно. Согласитесь, этой собачке очень идет бейсболка. Отличная фотография. Хотя-то жду еще фоток ваших питомцев в шмотках человеков. Мой челлендж продолжается. Хозята, видите, вокруг меня видосики появились? Нажмите на любой и поставьте этим роликам лайк. Подпишитесь на мой канал. Да, а я пока посплю. И я тоже посплю. Я что, не ясно сказал? Подпишись на мой канал, и папин тоже, а то я укушу тебя за бочок. Ага, страшнее бублика зверя нет. Но вы подпишитесь на нас, пусть моя рыжая сопля порадуется.